съездили в магазин, в это, в зоомагазин. Купили рог. Для вот этой. Это сейчас, правда, занята, она грызет биф. Мы говядину. Сухую. Мы брали для ула как-то. Вот. И мы брали, он был весь. В общем, вот это вот не было распилен пополам. Ей было тяжело. А тут вот это типа мякоть рога. А тут этот мякоть. На, смотри, Ума. Это тебе папа. Дорогущий? Сколько он стоит? 60? По-моему, да. $60. Ужас. Это папа тебе, Ума. Взяла рог и пошла. Сейчас посмотрим, как она будет рог. Но сначала надо, конечно, писюкнуть. Пописать. Ну и правильно. Ладно, они в доме. Скажи, дали мне какой-то... Кушай, кушай. Все для тебя, Ума, все для тебя. Мне бы вот папа рог не купил за $60. Ну возьми, погрызи. Давай, давай, это вкусно. Но ей нужно сообразить, что это с ним делать. Это не пахнет ничем. Как, скажи, это вообще грызется? Фуфло купили. Ну, не нужно сообразить. Тут у нас вон тоже всякие косточки. А нет, вон, смотрите. Уединилась, там отошла подальше, чтобы не отобрали. Грызи, сейчас, грызи. Сейчас вот это, скажи, посмотрим, что это вообще такое. И с чем его едят. Да дорогой. Надо ей деньги показать и сказать, ищи. Она сейчас какая-то сонная. Она не игривая, видишь? Ты показывала? Покажи вам, какие у тебя повырастали. Чего? Растения. Тут у меня уже помидорки завязались. Видите? Огурчики пошли. А вот это подсолнух. Посмотрим, что вырастет. Тут у меня тоже. По-моему, сюда я базилик посадила. Но уже не помню. И тут что-то я посадила, но тоже уже ничего не помню. И даже там я что-то посадила, тоже не какие-то петрушки. А вот у нас вьюн новый. Видите, как хорошо растет. Он будет красно-оранжевый. Вот это дальше покажи. Вот этот у нас очень сильно в этом году вырос. Нет, я его посадила 2 года назад, но он был в половину меньше. Даже в том году он такой большой не был. Кабан. Кабанидзе. А вот это мы посадили сейчас, да? Вот, эти вот, да. Его не было. Да, это эти гортензии или как они. А вот эти клематисы, что-то они как-то у нас подзасох вот этот. Ну, они отцвели, и сейчас новых соцветий нету. И там написано было, что нужно вот эти старые цветочки, которые отцвели, их нужно, значит, это... обрывать. Тогда, может, ему здесь жарко, не знаю. Ну, я вроде поливаю, и дожди у нас были, но вот сегодня полью, не знаю, что-то как-то вот непонятно. А так вот там вот, смотрите, как красиво получилось. И тут у меня мини-садик. Тут тоже вот такое же растение. Бассейн у нас очистился благодаря моим стараниям. Я все туда хлорировала. Сейчас просто почистить надо пылесосом. Вот таким. Сейчас ездили детальку купить, насадку. Так Богдан весь изругался. Не могли понять. Вот он объясняет, что с резьбой. Не с резьбой. А как это? Вот эту штуку. Вот, я вот эту насадку белую. Вот эту насадку. Настолько тупой. Дядя там работает. Говорит, я не знаю. Сделай, поедь, сделай фотографию. Как его звали? Юмориста этого, который всегда правду говорил. Какие они тупые. Вот это зачем ты вытаскиваешь здесь? Оно там плохо держит. Короче, Катя тут все испортила, да? Все испортила. Ну, как обычно. Все
все испортило. Как обычно, надо ешь. Вытаскивать через. Слушай, один. А что это у нас такие листья дурацкие? Да кто-то его жрет, а? Жрет? Ну смотри, какие-то листья. Вот это нужно. Жрет какая-то тля. Первый раз я такое вижу. Они должны быть зеленые, гладкие. О, это надо чем-то обрызгать. А что это такое? Это цветы вообще. Странно. Что же его жрет? Какие-то черные листья. Смотрите. Кто знает, что делать. Все, кирдык. Ага. Вот тут хорошие листья были. Не, смотри, это что-то такое непонятное. Тут такие цветы появляются. Флоксы или как они называются? Надо разобраться и сделать. Надо чем-то обрызгать. В общем, ребята, я еще отдохнуть не успел. Гоняют меня. Кто тебя гоняет? Все время гоняют. А что ты выдумываешь? Не успел, уже уезжать скоро. Так, ладно. Я тебя вообще не трогала. Давай, заполняй. Ой. Старость не радость. Сейчас нужно водичкой заполнить эту трубу водой, чтобы эта штука потонула пылесосом. Теперь мы вставляем. Вот оно отваливается, все время отваливается. Ну, значит, там надо тоже тефлоном намотать. Давай я покажу, что тут. Тут вот сеточка. А это что? А, это вот эту воду я чистила. Угу. Надо выкинуть. Она уже. Ой, мышка. Мышка утонула. Утонувшая мышка. Там вон дырка. В эту дырку вставляется вот это. А ты сначала лучше эту трубу продень. Ну ладно, или так можно. Потом включается система. Аккуратно там, не наступи на бомбу. Ты что убрала? Ну, я убрала, но оно опять. Новое. Вот, раз, два, тут. Тут, кстати, опасное место, ты наступишь обязательно. Ну, смотри, ящик. Ящик у нас опять не работает. Осторожно, не наступи, я сейчас убью и здесь. Здоровые какашечки такие. Как человек. Сейчас будет. Во, пошел пылесосить. Видите? Но он у нас застревает. Все, почистил. Застревает, потому что пленка уже старая. Там морщины. Морщинки, да. Возьми сетку, надо вот, наверное, эту бумажку вытащить. Да, надо бумажку и камни. В общем, он вибрирует и сам передвигается рандомно везде. Рандомно, да. Ну как рандомно, по-русски? Случайном порядке. Грызет. Ну чё, как тебе рок? Нормально пошел рок. Нам нравится. Это ей надолго. Игрушка надолго. Да, ребят. И вот смородина у меня тоже. Такая хорошая смородина. Была вся, вся была в завязях. И все это обваливается. Кусту, наверное, этому года, ну сколько, 3-4, может быть, поэтому, не знаю. Ну вот, смотрите, все вот, все обвалилось, все завязи, а так растет хорошо. Богдан все хочет его вырубить.
А мне жалко. Черная смородина, но мы так еще ее и не ели. Там две ягодки. Не знаю. Может быть, из-за того, что пчелы не опыляют, они падают, как вы думаете? Если кто-то знает, напишите. Я вроде подкармливала и золой там мы, ну, разводили золу, но что-то оно не идет у меня, не знаю. Кто разбирается? Пишите, садоводы. Жду ваших советов. Ну, уже в этом году, конечно, ничего мы не сделаем, но все уже осыпалось. Рок нам понравился. Рок хорошо пошел. Ума вчера купалась в канале, и что-то опять у нее глазки красненькие, воспаленные, надо опять намазать. Да, Умочка? Текут глазки чего-то у Умочки. Ну ничего, мы тебе помажем. У нее глазки чувствительные. У Улы не было такого, а вот у Умочки чувствительные глазки. Надо мазать кремчиком. Такой хороший крем. Все это. А тут у меня вон помидорки. Тут какой-то еще тоже растет помидорка. Ладно. Будем отдыхать, как говорится. Чего? Отдыхаем. Мы будем отдыхать, конечно. Здесь в горизонтальном положении. Ничего. Сейчас ляжешь. У нас солнца нету, мы хотели позагорать. А все в облаках. Я даже на мотоцикле еще не покатался. Ну вот, давай сейчас едь. Вот, застрял он, все, видишь? Не застрял, надо его сдвинуть. Ну вот все время нужно ходить его и двигать. Тут хоть сейчас видно, что за дно. Так вообще было не видно. Он не присасывается. Очень у нас уже старый этот пылесос. Уже не... Я не знаю, в принципе, можно купить другой. Он уже у нас нифига не работает. Еле-еле, душа в теле. Может, там забилось чем-то. Ладно. Сейчас я еще палочку эту уберу. Покажи свое доброе человеческое лицо. Как этот? Иван Васильевич. Иван Васильевич, Кемская волость. Ладно, будем заниматься.